опаздываю в школу. Я сейчас успею? Ну ладно. Окей, всем привет. Все. Всем привет. Сидим на курсах по географии, которые мы сейчас не ходим сегодня. Потому что мы не сдаем на географию, но мы пошли на курс. Мы заставили. Сейчас поедем в церковь. Да. Еще мне эту точку мне дала воздух живой поток какой-то теплый. Я либо там, либо... Да. Либо в церковь возьму. Что вы? Ужас! Всем привет. Я выложу это на YouTube. В YouTube на канал. О, привет, да? Подписчики. Привет. Не смотрят всех ютуберов, ставьте большой палец вверх. Эй, тут одна... Чего? Снимай, они нарушают. Да не меня снимай, Анна. Да я не снимаю. Это бывает. А нет, видно. Ох, что эти молодые ютуберы. Разбираешь, пока льда будет. Что сдавать? Ну, показывай. А, ну, учимся от часадов когда-то там в июне в конце. Не знаю, короче, когда у нас эта фигня будет, но когда-то. Потому что я написал математику на 2. Да. Но это не точно. Я надеюсь, что там ответы неправильные. Я вообще не проверял по ответам, мне стрёмно пока. Я проверил. Я не заверяла. У меня надежда упала. Они пошли. Идём, значит, вообще не туда пошли, ну ладно. Идём. Мне нужна гайка. Пацаны, я пью без ума. У этой белочки. А, белочки, ладно. Деньги не слава. Это просто так не подкатишь. Она на серии. Что-то там... Акция, всем пока. Вот эти лица, и у них Андрич Париж только начинается. На что-то изменить, на мне лето выпустить. Были-были я и ты. Здесь были мои перепки, здесь были мои страхи и мечты. Это чувства просто взрыв. Широко за ногами не помеха. Да, я научился летать, и мне с тобой все. Итак, короче, мы идем не пойми где, но мы идем в церкви. Все супер. Идем. Нас ведут наши одноклассники, что-то какие-то пути непонятные. Мы шли сюда другим путем. Ну ладно. Идем, едим мороженое. Да. Крутые. Потом, по-моему, отфалик, что наш идет три, да, класса? Три класса, и мы все идем просто... Кто как, да. Типа вообще... Шли вместе, теперь вообще идем, да, хайп. Да-да, все очень мило. Всем пока. Мы читаем, мы читаем на бумажке впечатления, воспоминания какие-то. И были у нас те моменты. Да. Нет, такие щеки какие-то красные стороны. Мы ищем мальчика 6 класса. Да, Максима. Еще есть маленький Максим, но у него уже с ним виделось. Он уже ушел, наверное, потому что уже поздно. Пошли, идем. Здравствуйте, еще раз идем. О, Максим! О, Максим, привет! С нами будет, если мы верим, значит, первым мы будем. Всем приветики, у меня губы обветренные, как будто накрашены, но на самом деле не обветренные просто. Они у меня уже очень обветренные, не проходят, короче. Не об этом. Я пришла уже домой, уже посидела дома часа полтора, наверное, да. И сейчас опять выдвигаюсь в школу, потому что мы идем в театр, в стайле деловом. Вот, еще одевать буду ленточку. И все супер. Я вышла. Уху, иду такая девчонка, солнце ветром в глаза. Ну да ладно. Вот, такие дела. Погода сегодня просто вообще шикарная, просто класс. Я очень рада, что... Хотя сегодня утром не было солнца, было пасмурно. Я думала, что и так и не будет солнца. Но нет. Вот такие дела. Все, короче, иду. Такие дела. Все, пока. В школе. Как мило. Мы пришли, сейчас пойдем, поедем в сад. Пойдем или поедем? Поедем группа мне. Реально, у меня вот смотри, губы как будто накрашены, такие все такое. Вот так особенно все между. Трэш. Идем к каким-то гаражам, непонятно каким. Ну да ладно.
Идем. Толпа людей. Ой, мы врезаем. Сейчас мы тоже аварию произойдем. И все. И все. Кайф. Идем куда-то. Все, хватит. Пьянствовать пошли. Да. Трэш. С этой толпой, да, мы идем. Нужна рыба? Рынок болгарский. За 1000 кроссовки покупай. Сюда, знаешь, вот здесь вот. А, да, здесь. Ехать не надо. Свек. Чем говорю, свек, я делаю вот так. Ну ладно. Да так, сюда уже просто. Это ауе. Ауе. Трэш. Это не по нашей части. Да. Тяжелая машина. Считаем, она уже миллион раз до этого так сделала, поэтому можно, в принципе, не считать. Уже все. Уже 1001 мы сейчас... Ой, да, 1001. За сегодня было только. Перейдем так как бы. Девочки, сюрпризом. Получается. Еще желтая маршрутка. Да. Полгода всех взяли. Ого! Сколько детей! Вот это, конечно, детей. Все той же компании. Я покупала на 9-м, но мне кажется, мы будем сидеть на 9-м. Типа, ну, мне кажется, мы сами просто типа так. Мы выкупали что-то, чтобы их выкупить просто. Сядем как хотим. А с нами другие люди купили. Да, поэтому не вариант. А, ну пофиг. Сместим. Пошлю Ленина, здесь сколько хватит. Да, да, да. Как ты догадался? Давай. Маленько. Под наклоном, под каким-то. Ну ладно. Так модно. Знаешь, типа... Кто-нибудь, у него одни... Кто-нибудь! Трэш полный. Очень красиво тут, конечно, мило. Казахские бугры. А что, фото казахские бугры? Вот, сфоткала. Казахские бугры. Как мы? Очень классные, просто люблю их всей душой. Мило, конечно, вообще. Very cute. Как понять, эти горы? Мы тут сидим, всем весь Париж. Весь Париж. Да, у нас еще перерыв уже закончился 20 минут назад, но мы сидим. Зачем? Нам скучно. Там неудобно сидеть, я вообще сплю. Всем пока. Что это такое? Я что-то купила, давай. Это что, воду и сиску здесь? Точка. Я не знаю. И все? И воду. О, можно пить, пожалуйста, я сейчас умру. Спасибо большое, дай Бог тебе здоровья. Бог тебе здоровья. Бог, дай Бог. Да, мне. Пацаны. А, посмотрите, это все пусто. Ну да, кстати, я бы тут посидел. Да, там пиццу вот такая стоит. Да, с едой нет. Меня сними. Меня. Да. Сань, там все твои прыщи видно. Двигайтесь. А, ты будешь идти? Двигайтесь. Некуда двигаться. Спасибо. Спасибо. Он меня бесит, он меня так бесит. Давай, у нас перерыв. Давайте. Только что было через 3, как мы так быстро прошли. Всем приветики, время уже 10 часов, я только что пошла домой. Вот, покушала, пила чай. Сегодня расписана лента. Вот, смотрите. Тут, ну не все, но расписались. Я просто не успела подойти ко всем, кому хотела, но... Ну, тут нормально то, что росписи. Норм. Там что, правда, не видно? Но они там есть, правда. Еще я вышла в сторис сегодня, за то, что мы ушли в театр. Мы там пробыли 4 часа. Да. И я ничего не снила. Ну, ничего не укладывала, что такие дела. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там очень много сейчас фотографий вышло. Выйдет, наверное. Ну, короче, вышло фотки.